Власть на насилие не в силах удержаться, и ни репрессии, ни прямник или кнут. Больным и слабым не прибавят счастья, ни тем, кто непробудным сном заснут. А те владыки недр и злых поборов, ясах не проглотив, с позором улизнули, притом не попрощавшись гнусно скоро, и им во след рабы казали долю. И чем вспомянется душитель дикий деспот, как всех душил, где что не по нему? За трещины им в лоб Всевышний треснул, за ним пришедшие все это не поймут. Власть развращает хитрых приближенных, сон прихлебателей нахлебников слепых, питается от вилов в спецстоловых жены. События все как-то успеет Бог слепить. И нет ни Гитлера, ни страха Тамерлана, и сталинский режим почти отжил. Вновь новые каналии прут тараном, но не свободу, главное их нажим. С начальствующих будет строгий спрос по наивысшей пробе образной шкале, когда с небес придет Иисус Христос представить счет на сир за сирых и коллег. О, сколько вдов загубленных талантов, рожденных в несвободе палачей, как красоту земную деспот лапал без человеческого чувства вообще. Власть истинная там, где Дух Святой, с собой сродни ты, где псалом был сотый. Там к небесам ведет любой виток, все трудятся подобно пчелам в сотах. Власть над собой, а также над женой, в семье приватным выся с иерархом. Господь господствующих, властвуй надо мной, сбрось власть неканонических епархий. 20 июля 2010 года.